короче, моменты от всего вот этого светла. Пересвет, короче, у тебя. Да, я не вижу, короче. Я сейчас сел. А эти, слушай, капец, эти irregular verb забываются. Я их помню, как они на слух. А как писать? У меня не ошибки. Чего ты не помнишь? Они же... Вот в основном, где U на A меняется, я вот это вот путаю. Третья форма U и U. Так-то помню, understand, understood. Форма. Ну тоже understand, там U или A. Или две у нас. Блять. Ширик получается. Он нужен для открытых просторов. Вот с такими. Плато. Плато такое, где есть, то, допустим. Сли там, еще что-то. Так вот. А вот здесь. И наоборот, бля. Да хуя его. Даже на 16. На 16 это 24. Что? Начинаю понимать тех товарищей, которые 16.35 вида снимают. 16.35. А это сильный, значит он ночной. Ночной. Ночью его звезды будут охуительно снимать. На всю площадь. Если в первом тесте я 3 ошибки сделал из 25, то во втором у меня 18 ошибок из 25. Капец, я забыла все эти. Наверное.
случайно правильные ответы указала, да? Дома дал. Да? Какой это уровень опора? Нет, тут просто как бы все по пунктам разбиты. Regular verbs, потом эти, present simple. Ну у тебя тест по каким там? Это пока общий, короче, тест. О, вообще это пока общий. Елся сюда поводу. Я IELTS сдавала, блин, в 2004 или 2005 году.